Как разобраться в новой квитанции за тепло? С этим вопросом Надежда Маркова пришла в офис обслуживания на улице Маяковского, 15. Девочки очень профессионально работают, объяснили все понятно, дали документы, которые мне помогут, скажем так, в моей оплате. Причем никакой очереди, пришла, сразу меня приняли. Офис работает по системе единого окна. Здесь по всем вопросам консультируют тех, у кого прямой договор с поставщиком тепла. Таких в Самаре почти 40 тысяч. Специалисты объясняют, как начисляются платежи, есть ли социальные льготы, как сделать реструктуризацию долга. Здесь на первом месте комфорт клиентов. Открыли офис в центре, где удобные транспортные развязки. Вторник, четверг этот офис работает до 19 часов, чтобы потребители могли подходить после окончания рабочего дня. В перспективе компания «Энергосбыт Плюс» планирует расширить сеть офисов обслуживания. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».